Народ, всем привет! Сегодня мы с вами посмотрим очередной новый магазин американской сети Sprouts. Нет, речь не о шпротах, речь о ростках. Так вот, новая сеть фреш-маркетов, ну, относительно, наверное, новая, которая пришла из Атланты и которая позиционирует себя что-то вроде самого здорового магазина, или, точнее сказать, магазина с самым здоровым питанием. В общем, более 20% органик пищи, все для ЗОЖа. Вот так вот выглядит магазин, который расположен на Плазе, штат Флорида, город Нейплс. В общем, первый раз я сейчас с вами зайду в этот магазин, мы с вами вместе посмотрим, что это за магазин. Сделаю, наверное, обзор, наверное, не в одной части. В общем, еще есть одна особенность. Магазин представляет собой что-то вроде рынка, по крайней мере, по описанию, которое я прочел заранее в интернете. Очень много товара можно купить на вес, в отличие от большинства магазинов, где уже есть фасовка. В общем, давайте зайдем вместе, давайте посмотрим, что это за такая сеть, действительно ли там ЗОЖ-продукция, насколько органик это органик. Про органик я уже несколько раз говорил, что пометка органик стоит на продуктах только тех, которые не используют всевозможные химикаты, в том числе для удобрений. Поэтому смотрим, в общем, что за магазин, что продают, какие цены. Давайте все с вами посмотрим. Да, солнечная Флорида. 26 градусов, отличная погода и, похоже, неплохой магазин. Надписи гласят, что фермерские продукты, фермерский рынок, натуральная еда. Ну, в общем, вот так вот. В Америке это сейчас в тренде. Ну, это, мне кажется, как везде, да, на самом деле. Вот давайте с вами поделюсь этой информацией. Очень похож формат магазина на Whole Foods. Потому что, видите, на входе тоже дрова сразу есть. Видимо, тоже экологически чистые. Авокадо на входе стоит, как везде, 99 центов. Ананасы 2 за 5 долларов. Выбор не сильно, правда, кстати, большой. Вот так вот выглядит магазин. О здоровом питании говорит обилие деревянных лавочек, полочек, бочек. Ну, давайте посмотрим, что есть у нас. Ближайшее берем прилавок и смотрим. Бейкери выпечка. Значит, здесь у нас хлеб. Многозерновой, всякий разный. 4 доллара. Ну, цена, как всегда. Цена, как всегда, нифига не низкая. Вот. Цена приличная. Есть хлеб классический, вот такой вот тостовый. Ну, это совсем даже не органик. Тоже по 3,99 за... Есть нарезной батон 4,99, но это, видите, на НГМО. Что-то такое. Что-то такое, типа обыкновенного хлеба. Так, 2,99 стоят вот такие вот булочки. Их всего 3 штуки. На немецкий манер сделанные. И, ох, какие аутентично настоящие французские. У этого, наверное, очень вкусно. Брио. 6 долларов стоит. Ну, 4,99 что-то там внизу. Но на нем ценник 6 долларов, наверное. А, простите, 6 декабря. Так он стоит. 4,99. Полка замороженного хлеба. Он реально замороженный? Ну, реально холодный, да. То есть это то, что можно разогреть спокойно у себя. Печи. Давайте посмотрим, сколько стоит. Многозерной 5,99, 5,99, 4,99. Но цены так очень не низкие, я бы сказал. Но так, давайте откровенно, мое мнение, продукция меня пока что не удивила. Конечно, посмотрим, что есть вообще интересно. 7,99, high protein. Типа черного хлеба, что-то такое, в общем. И, это кето-продукт 100%. В общем, кето-диета, кто не знает, диета, основанная на потреблении жиров полезных. Замечательная, я бы сказал, диета, но многие из подписчиков писали, что очень эффективно. Не знаю, я на эту тему рассуждать даже не буду, просто показываю. Так, всевозможные напитки. 2,99. Что это за напитки, я даже вообще боюсь представить. Но при этом, видите, какая-то камбуча. Что такое камбуча, ребят? Я не знаю.
Смотрите, газированные пробиотики. Все это газированные пробиотики. Роза, арбуз. Это что такое? Манго с чем-то, с кокосом. Лимон, перец, манго, кокос, да. Имбирь и ананас, персик. Видимо, это что-то вроде жиросжигателя или энергетика. В общем, вот это Wild Tonic явно. Камбука, made from organic. Ребята, даже не знаю. Тут все не поперепробуешь, конечно. Тут в одном магазине все не поперепробуешь. Камбуча. Ребята, все, что вы видите с надписью камбуча, это чайный гриб. Это все чайный гриб. Я только что, как говорится, Google It специально для вас. Это все напитки на основе чайного гриба. Все, вы посмотрите, все это чайный гриб с различными, правда, вкусами. Но при этом это все чайный гриб. Вон ее сколько. Вот так вот. То, что мы в нашем советском прошлом пили каждый день, называется камбуча. Вы поняли? И стоит это, кстати, достаточно дорого. Ребята, кто еще помнит технологию, все вперед делать бизнес. Это в целом очень, видимо, прибыльно. Такое предложение по чайному грибу. Мне даже интересно купить и попробовать. Ну что, купим с вами одну бутылочку, попробуем давайте камбуча. Давайте выберем вкус, и я вам расскажу, что это такое. Я сам могу попробовать это впервые. Так. Пробиотик. Мака и бери. $3.99, $4. Ну давайте. Даже не знаю, что выбрать и что попробовать такое. Камбуча эту. Тоник, страубери. Вот что бы интересно вы выбрали? Прям хотелось бы задать этот вопрос, но когда вы уже будете смотреть ролик, я уже, наверное, попробую эту штуку. Эту камбучу так называемую. 2.49. Это что, тоже страубери? Нет, это green tea. Это просто зеленый чай. Марокканский ментол зеленый чай. Ну, охота попробовать камбучу. Что же за такая камбуча органик? 2.29 стоит. Киви, лимонад, черри, лимонад. Джинджер, ну давайте возьмем имбирную, что ли. Потому что я, честно говоря, даже не знаю. Давайте возьмем 2.99 стоит такая бутылочка. Попробую, расскажу. И батоны, смотрите, 2 за 3 доллара. В принципе, не сильно высокая цена. Ну, правда, и батончики такие совсем легонькие. Больше раздутые. Что здесь еще есть? Из выпечки. Вот это, кстати, очень вкусно. Хлеб с сыром из халапеньо. На самом деле можно просто купить халапеньо. Готовый, он даже консервированный продается. И туда сыр, и испечь, типа, такой пиццы. Это очень вкусно. Халапеньо, кто не знает, такой мексиканский перец. Он умеренно острый. Ну, вот здесь вот сыры, ну, в принципе, стандартный. Чеддер, моцарелла, милк чеддер. То есть это все стандартно. 3.99. Единственное, они все органик. Вот, при этом опять какие-то напитки, смотрите, консервированный напиток. Ничего себе, что это вообще? Странное, в общем, 35 калорий, в общем, это все напитки, лимонады, странного вида, уже не гриб, а что-то такое. И вот смотрите, какие есть маленькие, 3.99, это что? Даже не знаю, даже пробиотик. Мультивитамин, смотрите, за 3.99 вообще Boomtown, cold brew shot. Какой-то шот. Безалкогольный, конечно, ребята. И вот еще, смотрите, это вот это энергетики. В два раза больше энергии. Пробиотик, энергетик. Иммунитет за 3.99. Маленькие-маленькие баночки, смотрите, вот такие вот. Буквально бахнуть и все. Так, здесь еще какие-то вот эти вот тоже консервированные соки, я так понимаю, видите? Ну да, 110 калорий на одну порцию, 220 калорий, то есть калорий. В общем, тут можно по калориям себе подобрать. Хумус в изобилии. Хумус, ребята, очень вкусно, в последнее время очень его полюбил. Покупаю с чесноком, и мне понравилось с халапеньо. Есть, смотрите, артишоки, шпинат, хумус. И есть еще, ну понятно, что еда это однозначно достаточно полезная, и она вегетарианская, и очень такая калорийная, в принципе, так и с умеренным. И вот органик хумус, что ли, да? Да.
Смотрите, здесь красный перец, всякие добавки. 4,99. Ну, здесь, кстати, он получается органик, он дороже. Вообще, можно в Walmart купить очень хороший, вкусный. Так, ну, здесь у нас острая какая-то капуста нарезанная. Органик, соль, перец, да, капуста. Это все капуста с различными добавками. Красная капуста со свеклой. Сейчас все скажут, о, мы такую дома делаем. Да, действительно. Виски дел. Ничего себе. Виски огурец маринованный. Сырники, смотрите. Да, это сырники? А, нет, это кусок, это яичники. Это не сырники. Это из яйца делается. Вот такие штуки. Видите, кусочки яиц. 3,99. И вот это все они. Ничего себе. Ну, видимо, полезная еда, но как бы я не понимаю, зачем ее в таком виде. Ну, наверное, да. Это куда-нибудь, наверное, в бутерброд добавлять. Сыры опять в различных интерпретациях. Бри кусочки. Вот это, конечно, очень удобно, но стоит 7,99. Можно кусочек побольше купить себе бри. Полувесистый. Реально. Тоже, смотрите. С черным перцем и копченый сыр кусочки. Стоит 5,49. Видите, какие старые Амстердам кусочки. Это все кусочки. Ну, это снейковые вещи, которые просто идут на закуску. Так, что это такое? Я даже не представляю, что это такое. Как говорится, как говорят в Америке, I have no idea. Я не знаю, как это, что это. Без комментариев, вот так. Так, здесь все снейковая история. Готовые 4,99. Видите, вот такая вот, допустим. Можно бутербродики себе наляпать с печеньками. Ну и вот такие вот кусочки по 79 центов. Сыр. Вы знаете, вот это вот мне нравится. Это палочка сыра, завернутая в салями. Очень часто их вижу. Панини называется, но они, видимо, не в курсе, что такое панини. Это совсем даже не панини. Панини все-таки это бутерброд. Вот. И крем-чиз тоже можно купить за 89. То есть это все, что, как говорится, если вас застал голод в пути, видимо. Варианты огурчиков. Вот говорю, что здесь еще на вес огурчики бочковые можно купить, не знаю. Кошер Дил Пиклс, да. Это вот такие бочковые огурчики, стоят $7. Как вы видите, 7,99. Тоже у вас различные варианты. Это, видимо, сальса, да, сальса. Ну, тоже у нас это называется, как там, в общем, хреновина, да. Здесь она оригинал хот и будет не очень хот. Лаки хабанера сальса. Ну, в общем, это однозначно, кто не знает, сальса это та штука, которую обычно мы помидоры с чесноком перекручиваем. И, в общем, очень похоже со специями. Кстати, очень вкусно. Мне очень нравится, но мне всегда, и мне и в России это очень нравилось. Это очень-очень вкусно. Хумус органик с перцем. Вот такой вот еще вариант, тоже органик, стоимость 6,39. Вы знаете, может, пока еще не дошел, а вон там вот есть еще овощи, потому что на входе вот прямо совсем кот наплакал буквально чуть-чуть. Здесь суп, Panera суп от Panera Bread. Panera Bread это известная сеть, а здесь картофельный суп вот такой вот. Ну, я не уверен, что это очень здоровая и полезная еда, хотя в целом глютен-фри написано, маркетинг. И к нему можно купить вот такие сухарики, мини. Пока что толст называется. И, кстати, посмотрите, в отличие от Whole Foods, здесь по обыкновению, когда есть полуфабрикаты, здесь они расфасованы уже. И попробовать их не получится. Видите, нарезанное вот такое вот салями, по всей видимости, да? А, нет, здесь калабрия, а и салями, да. 4 варианта колбасы. Удобная, кстати, пачечка стоит 12,99. И здесь 3 вида колбаски. Ну, на любителя, кто что любит, всегда интересно купить сразу. 4 вида, простите, 4 вида. Оливки. Но, как видите, они все уже расфасованы. Вот смотрите, какие это что такое. Салями палочки маленькие.
Вообще речь шла о здоровой еде, а салями-палочки, я не знаю, насколько это здоровая еда, но как закуска, наверное, да. О, курочка-гриль. Здесь осторожно горячая, и курочка-гриль стоит 6,99 за штучку. Она есть обыкновенная, она есть барбекю, это с травами, кусочки вот такие вот. И что там такое? Без ничего. Натуральный цыпленок. Просто оранжевая упаковка. Ну, курочка-гриль, как вы видите, стоит $7. Ну, нормальная цена, в принципе. Вот тоже орешки всевозможные, но вы знаете, видимо, ввиду ковида все это стало расфасованное, видите, и хотя концепция магазина предполагала все брать на вес, сколько тебе нужно. Но давайте посмотрим, кедровый орех, например, видите, вот такой вот кедровый орех, пакетик, не вижу, правда, цену, но, по-моему, это стоит 20,99 за 450 грамм, не знаю, сколько стоит такой пакетик. Пум-пум-пум-пум-пум. Бразильский орех. Ну, я вам так покажу, чтобы вы видели, что макадамия $20. Это все, видите, вот написано per pound, это примерно 450 грамм, если без особых уточнений. Фисташки за 450 грамм стоят $10. Ну, фисташки нужно, конечно, пробую выбирать. Я себе нашел здесь фисташки, которые очень вкусные. Кешью. Кстати, очень дешевые. Органик кешью в 2 раза дороже. Да. Так, в общем, орешки я вам показал. Конфетки вот такие есть. Мармеладки и орешки в шоколаде. Вот такие вот. Пепперминт. Мы с вами на эту тему уже рассуждали в комментариях, что это своеобразный вкус, он любителя, но мы уважаем и не спорим на тему вкусов, поэтому, кому нравится, приятного аппетита. Орех в шоколаде. Это вкусно. Так, тоже закуски, орешки, в общем, всякая вот такая вот. Миленько. Полка с сырами, чисто плиз, и к нему же идет вино. Давайте посмотрим, что это. Итальянское пино гриджо, классическое, 22,99. Ну, почему бы и нет. Чао. Картофель. Вот такой вот картофель, раз потайта, 2,99 за, ну, скорее всего, да, 5 фунтов. В принципе, стандартная цена. Авокадо я уже показывал, он здесь стоит 2 за $4. Ну, это очень дорого. Он органик. Выбор так себе, не впечатлил. Ну, есть как бы все, что нужно, но без фанатизма. Так, лаймы 3 за доллар, лимоны 67 центов каждый. И апельсины, символ Флориды, но при этом они, скорее всего, калифорнийские. USA, не написано кто, продуктов USA. Очень часто во Флориде встречаешь калифорнийские, но, тем не менее, Флорида вообще считается столицей апельсинов. Вот Флорида. Помало. Стоит 2,99. Это что такое? Киваны меланс и бразильская папайя. А это, соответственно, джекфрут, да. Бананы 65 центов, бананы везде недорогие. А, простите, вот еще картофель, смотрите. Имбирь. 3,99. Это джикама. Что это джикама, я не знаю. Кто знает, пишите. Чеснок в изобилии. Посмотрите, $1.99, $2.49. А это что такое чеснок? С чем? В
общем, это похоже, что уже обжаренный, да, чеснок такой, запеченный. В общем, какие-то варианты чеснока, подвор 99. Так, картофель. Давайте пройдемся, доллар 29, доллар 29, доллар 29 за фунт. И, в принципе, baby potato по 2,99 разнации, летные. 2,99 и маленькие, они все по 2,99, только вот вариации различные. А вот какой маленький потейто, тоже 2,99. Динамик до. Лук на той стороне, вообще вот нет, овощей много, все органик, поэтому ценники, соответственно, выше. Большой выбор по овощам, вот так вот проведу вам. Ну, морковка, зелень. Ну, давайте посмотрим, сколько стоит. Морковка мытая, очищенная, маленькая. Не вижу цену. На самом деле. Тут есть всевозможные. Брюссельская капуста, цветная, включились эти освежители с водой, разбрызгиватели, артишоки. И морковка вот такая вот, большая. Organic Baby Carrot, вот, кстати, она 3,49 стоит. И, в принципе, так, это что такое? Organic. Органик, что это? Романы. Шпинат 2,49 за пучочек. Вот такая вот здесь. В общем, все. Кстати, спаржу $5 за пучок. Роман летучек. Прошу прощения, у меня просто народ тут ходит. Поэтому я так иногда скомканно снимаю и говорю, стараюсь тихонечко, потому что тут же все подходят по несколько человек. Так, сельдерей, ребята, это сельдерей. И вот такая капуста еще есть, видите. $1,49. Дайкон. $2,99. Мы с вами сегодня в новом магазине побывали. Продолжение следует. Смотрим дальше. Пишите комментарии, что вам еще интересно посмотреть в этом магазине. Достаточно большой. Обзор будет дальше во второй части. Американские продукты из новых сетей магазинов, которые до этого даже я здесь не встречал. Но, возможно, наши американские подписчики, друзья видели. Поэтому напишите, кто что знает, кто бывает, у кого что это есть. Спасибо большое. Вы имеете право об этом знать. Увидимся.